почему где тут пенопласт? Что мы будем делать? У меня появилась идея. Говори. Короче, я посмотрел одно видео, как чувак ходит по воде. Я тоже захотел походить по воде. И у меня проснулась идея. Вот, мы купили скотч и нашли дома пенопласт. Теперь мы, короче, мои тапочки. Скажи, какие у нас, есть материалы. Скотч, тапочки, пенопласт. Смотрите, да, абсолютно верно. Смотрите, какую мы будем делать конструкцию. Он просто положил на поверхность пенопласта тапочки, например, вот эту часть. И вот эту часть он просто обмотает и все, засунет ногу, и это будет... Водный этап. Ну чё, погнали. У Давида получилось какое-то приспособление, что-то наподобие такого. То есть оно не слетает, нормально все? Сейчас Давид будет делать вторую. Вторую ногу. Смешно, блин. Почему? Это, ну, блин, реально смешно будет. Вот такие у нас получились две конструкции. Ну все, пока. Не, я провалюсь. А ну давай за руку я тебя возьму. Давай. Да подожди, нет, все. На них невозможно стоять. Поднимай я! Поднимай твой! Подожди! Подожди! Каково ваше мнение? Надо снизу бутылку. Точняк. Надо где-то найти бутылку. Смотри! Я просто ухожу на. Я тебе о чем говорю? Я легко ухожу. Что ты делаешь? Я хочу плавать. Я надеюсь, я сейчас буду плавать. Там вода холодная очень.